сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Заказ у меня был небольшой, и давайте начнем. Первое, с чем я хочу вас познакомить, это с большим количеством парфюмированных и туалетных вод именно в пробничках. Все эти водички уже присутствуют в основной коллекции компании Oriflame, но так как я относительно недавно сотрудничаю с данной компанией, то я не всю продукцию еще попробовала, потестировала, поносила и так далее. Поэтому я заказала себе на пробу. Следующее, с чего мы с вами начнем, собственно, каталог, это новинки. И вот такой вот наборчик из коллекции Swedish Spa. Мне очень нравится, как он упакован, его можно использовать вполне на подарок. Это отличный вариант. Цена, кстати, его была совсем бюджетная. И что в него входит? В него входит средство для парового очищения лица, то есть и очищающая маска. И сейчас мы с вами все это посмотрим. Взяла я все это себе, поэтому, в принципе, мы можем с вами это все распаковать и наглядно посмотреть. И давайте посмотрим, что же здесь у нас с вами присутствует. Вот в таком вот виде все это выглядит. Все достаточно плотно сидит, ничего не выпадет, и это очень хорошо. И давайте начнем. Самое важное, конечно, это распаривающее средство. Если вы посмотрите на инструкцию, то данное средство необходимо в количестве нескольких капель налить в горячую воду. И, в общем-то, в лицо опустить, да, там на какое-то расстояние от данной тарелки, где у вас уже разведено данное средство в горячей воде, и подышать. Ну, условно говоря, это как распаривающее такое вот очищающее средство. Здесь всего, сейчас посмотрим, сколько миллилитров, 100 миллилитров, но это приличное количество. Я уверена, что оно будет использоваться очень экономно, так как все средства компании Oriflame используются долго, да, и в этом тоже большой плюс, несмотря на то, что они вот такие вот миниатюрные. И сейчас я понюхаю данное средство. Пахнет оно очень приятно, так же, как вот эта обновленная серия Swedish Spa, масло для тела расслабляющее или пена. Пахнет достаточно приятно, очень мне нравится, я обязательно протестирую и вам расскажу. Я планирую данное средство вот в паре использовать 2 раза в неделю и надеюсь, что, в общем-то, эффект будет заявленный эффект. Так, и маска для лица у нас с вами здесь 75 миллилитров. Вот так вот она выглядит, хочу обратить ваше внимание, что это пластик. Не знаю, слышно сейчас или нет постукивание, но это пластик. И тут все зафольгировано. Сейчас я открывать не буду. Вот. Но надеюсь, что сегодня или завтра я уже эту систему обязательно опробую. Опять же повторюсь, что мне всегда нравится в компании Oriflame, так это сезонные новинки или ограниченные коллекции. Безумно люблю, потому что что-то новое, что-то интересное, технологии идут вперед, опять же, да, и интересно идти в ногу со временем и чем-то новеньким пользоваться. И давайте, так как мы уже с вами пошли по линии новинок, продолжим эту тему. И следующее средство это у нас из коллекции Dream and Sleep. Многие говорят, что уже данная коллекция раньше была в компании Oriflame, я, к сожалению, ее не застала. Здесь всего 100 мл. Это у нас с вами спрей для тела и постельного белья расслабляющий с ароматом лаванды. Я вообще очень люблю все средства, любые, то есть это крем, гель для душа, там, я не знаю, для лица что-то, вот именно с маслами, либо какими-то косметическими компонентами лаванды, потому что мне очень нравится этот аромат, на меня он вообще воздействует удивительным образом, то есть у меня действительно улучшается сон, и вообще приятный аромат такой, знаете, вот просто приятно находиться в этой дымке, приятно чувствовать его на себе. Так что, в общем-то, надеюсь, что и эта серия меня тоже не подведет. Ну, давайте протестируем. Я сейчас
нанесу на руку. Распределяется он очень хорошо. Пахнет достаточно приятно. Очень интересно. Такой ненавязчивый аромат свежести. Очень-очень хороший. Так, ну и давайте продолжим. Из этой же серии масло массажное для тела, Body Oil, здесь всего 100 мл. Вот так вот оно выглядит, то есть все миниатюрное. Ну, я не знаю, попробовать вам показать мою руку, то есть видите, да, какого все это размера. Все очень-очень миниатюрное, но при этом концентрированное и используется достаточно экономно. Вот, собственно, 100 мл масла для тела массажное. Его можно использовать и в качестве лосьона для тела. То есть не только для массажа. Аромат такой же, как и у спрея, достаточно приятный. Опять же, попробую, протестирую и вам расскажу. Ну и давайте посмотрим, что же у нас следующее. Следующее по новиночкам, это у нас с вами крем для ног серии Fit Up с гранатом. Вот так вот это все выглядит. Очень мне нравится эта серия, тоже экономно используется. И сейчас, конечно же, зима, лето, вообще за ножками всегда нужно ухаживать, потому что нагрузка очень большая, мы ходим с вами на ногах, и они выдерживают всегда вес нашего тела, да, и плюс еще какие-то КГ, которые мы с собой носим. Поэтому, кстати, сейчас протестирую аромат. Так, давайте посмотрим. Ну, кстати, хочу обратить ваше внимание, сейчас, надеюсь, будет видно, что кремушек такой перламутрового оттенка. И он такой, знаете, бледно-бледно-розовый. Не знаю, плохо сейчас, конечно, видно. Камера не передает, но очень приятный по консистенции и... Самое удивительное, что он перламутровый. Вот сейчас вы можете видеть, посмотрите, я его сейчас распределила. Понимаете, да? То есть это крем для ног с перламутровым вот таким вот отливом. Это, конечно, очень интересно, что компания нам постоянно какие-то интересные новинки неожиданные предлагает вот с таким вот эффектом перламутра. Итак, следующее, что также было из новинок, это у нас крем для рук, защитный крем для рук с миндалем и медом. Этот крем я взяла на подарок, я его, конечно же, открою, понюхаю, но тестировать я его не собираюсь. Вот здесь ничего не зафольгировано, крема обычного Oriflame не фольгируется. Пахнет достаточно такой приятный, нежный, легкий аромат. Ну, надеюсь, что человеку понравится. Следующее, что также было уже из основной коллекции Oriflame, это, конечно же, станочки. Станки Oriflame мне очень нравятся. Я пробовала покупать в магазине достаточно известных марок. Это Бик, это Жилет, но мне не очень нравится качество этих станков. Я говорю именно про одноразовые станки. То есть, если сравнивать между Oriflame и другими брендами, то Oriflame значительно лучше. И последнее, что было также заказано мной, это, конечно же, очищающая пенка для умывания из серии Love and Nature с овсом для сухой кожи. Очень мне нравится данное средство, я уже здесь его прилично использовала, где-то вот так вот. И, в общем-то, очень мне нравится вообще, в принципе, эта серия, особенно очищающие пенки, гели, это и алоэ, это и чайное дерево, я эту серию всю люблю. Ну вот и был весь мой заказ из компании Oriflame, он небольшой, но, в общем-то, я и не стремилась к большому заказу, то есть для меня важно было заказать больше средств для тела и для лица, так как впереди у нас праздники, и надо за собой обязательно ухаживать. Итак, давайте посмотрим с вами следующий каталог и мини-каталог по коллекциям от компании Oriflame Nord Skin. Оставайтесь со мной.
Так, давайте посмотрим наш следующий каталог Oriflame. Действовать он будет в период с 19 ноября по 8 декабря. Это уже предпоследний каталог этого года. И, конечно, здесь очень много уже новогодних предложений, но мы с вами остановимся только на том, что я планирую заказать. Кстати говоря, ранее в прошлом видео я говорила, что мне очень понравилось парфюмированная водичка Luminescence. Я обязательно ее буду заказывать. Она будет не в этом каталоге, а в последнем 17-м каталоге этого года. По той же самой цене, 999 рублей, я обязательно ее закажу. Дело в том, что сейчас у меня еще есть парфюмированная вода, на смену которой я планирую заказать Luminescence. Она у меня где-то через месяц-полтора планирует заканчиваться. Ну как, то есть там уже осталось меньше половины. И я обязательно обновлю новым ароматом Luminescence. И давайте посмотрим, что же я планирую заказать. Что мне понравилось. Ну, конечно же, это сезонная коллекция ограниченного выпуска корица и ваниль. И здесь мы с вами видим, что здесь есть и мыло. Оно будет упаковано вот в такую вот праздничную упаковку. Крем для рук и пена для ванн. Я, конечно, обожаю такой формат пены для ванн. Очень, опять же, экономно расходуется. Здесь 300 мл. Всего лишь нужно одну крышечку добавить в большую ванну и набрать, да, и, соответственно, то есть очень экономно используется. И отличный подарок, конечно же, можно вот подготовить из трио данных продуктов. То есть это как идея подарков. Следующее, что также выходит в новинках, и это не ограниченная серия, здесь нет значка ограничения, это новогодний набор, значит, с ароматом бергамота и бузины. И вот такое вот мыло будет в коробочке, опять же, гель для душа и мыло для рук, то есть это универсальное средство, обратите ваше внимание, очень хороший товар. И лосьон для рук и тела также из этой же серии. И здесь очень хорошее предложение будет, наборчик по цене 499 рублей при заказе на 1190 из этого каталога. Очень выгодно с учетом того, что одно из этих средств стоит более 400 рублей. И следующее, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, новинки также этого каталога следующего, ограниченный выпуск маски для лица. Конечно, я не, опять же, не знаю, но в таком вот варианте оформления маски от Oriflame я вижу впервые. И здесь я планирую заказать все масочки по одной штучке. Здесь их всего 10 мл. И здесь мы с вами видим, что есть с ароматом яблока, с ароматом какао, личи, арбуза и розы. Очень хорошие масочки. Я думаю, что, может быть, даже, возможно, даже закажу по две штуки и на подарки на Новый год. И следующее, что также мы с вами видим. Да, я планирую заказать расчесочку, вот такую вот. Расческа гребень. У меня была расческа от Oriflame вот такого плана, только на ручке. Честно скажу, я не знаю, где она. Боюсь, что я ее выкинула, а мне обязательно нужна именно такого плана, такого формата для окрашивания волос. Поэтому я ее обязательно закажу. Следующее, что выходит в новинке в ограниченном выпуске, это гель и шампунь 2 в 1 Mini Mouse. Я планирую обязательно его заказать. Обратите внимание, что здесь можно заказать наборчиком за 329 рублей, но данную туалетную воду, вода мне не нужна. Все мои племяшки уже взрослые, поэтому я закажу только гель для душа. Следующее, что также интересно в этом каталоге, Опять у нас будут повешенные скидки пасты зубные. И я планирую заказать свои две любимые пасты. Отметила я, правда, Total Protection, но я хочу заказать отбеливающую и Extreme Fresh. Это очень хорошее предложение, так как, в общем-то, можно запастись пастами практически даже на полгода и забыть о том, что у вас закончится паста там через неделю или через две, и вам надо срочно куда-то бежать, в магазин, например. Это хорошее решение, запастись зубными пастами. И следующее, скорее всего, даже уже последнее, да, выходит
новая парфюмированная вода Miss Giordani Intense. И здесь у нас с вами аромат и нотки нероли, лиловой гордении и мускуса. Ну, по страничке сложно вообще, в принципе, понять, каков аромат. Здесь будет хорошее предложение по скидке. Я ее брать полноразмерную версию пока не планирую, но я думаю, что обязательно закажу пробничек. Вот после тестирования пробничка я уже определюсь. Я, конечно, хочу отметить, что мне очень нравится Miss Giordani в оригинале. Это действительно такой вот аромат. Я его использую на осенне-зимний период, потому что он при холоде очень хорошо раскрывается. Нежно и при этом очень, так знаете, по цветочно-восточному, я бы даже сказала. И в этом каталоге, то есть я парфюмированную воду не буду брать, я хочу взять вот такой вот опять же наборчик, который будет стоить всего лишь 299 рублей, опять же при условии, если вы на набор, а минус 60. При заказе любого продукта из этого каталога вы можете заказать данный наборчик за 299 рублей. Это, кстати, тоже хороший вариант для тех, кто планирует готовить подарки на Новый год. И когда вы не знаете, что вам подарить, ну вот всегда приятно получить в подарок не просто какую-то коллекцию, а именно новинки из ограниченной коллекции, лимитированные новинки вот такого вот формата. Я думаю, что всему женскому полу приятны такие маленькие сюрпризы. Но вообще каталог, конечно, богат на различные, в общем-то, новинки. И он очень толстый, нереально толстый. Здесь всего, я вам сейчас даже скажу. Кстати, хорошее еще предложение по ароматам. Но я пока еще не определилась. Возможно, я тоже закажу парочку для подарков на Новый год. Здесь всего 180 страниц этого каталога. Это очень толстый каталог, поэтому обратите внимание, здесь очень много ярких предложений и вкусных по цене. И давайте приступим к следующему каталогу. Каталог ювелирной бижутерии. Я впервые вижу, что в компании Oriflame вкладывают вот такой вот достаточно плотный, из плотного картона, качественный каталог именно бижутерии. И давайте его посмотрим. Ну, можно поставить здесь на паузу, кому интересно, и прочитать. Цены вы тоже видите. Мне, конечно, понравились некоторые наборчики. Я тоже их рассматриваю к покупке, но не с таким ажиотажем, что да, все, мне это нужно, я определенно это куплю. Нет. Но как вариант, да. Я бижутерию не всегда ношу. Дело в том, что это определенный образ нужно создавать, да, это нужно определенную фасон одежды одевать и под определенные случаи и ситуации. То есть вот просто так взять, да, и пойти в этом, ну, как-то это будет не так смотреться. Но хотя это, в общем-то, очень даже интересно. Кто любит такие штучки, то компания Oriflame вас, конечно же, и порадует. Мне очень понравился розовый вот этот вот кварц и вот сережки и данное колье. Вообще здесь, значит, смотрите, ну, в принципе, тут видно, да, что натуральный кварц с родиевым покрытием и искрами чистейших кристаллов. Ну, я пока думаю, то есть это все очень красиво выглядит на картинке, как оно будет смотреться в реальности, надо тоже будет смотреть. Есть вот такой вот тоже интересное создание, да, комплексное по цветовой гамме, это вот бирюза. Я так понимаю, что там, наверное, где-то есть и нефрит. Очень интересно, так по-восточному очень красиво даже смотрится.
Если кто-то увлекается гороскопами, то может почитать, что у каждого знака зодиака есть свой камень. Вот тоже как вариант. Колье очень красивое, мне нравится. Здесь мы уже с вами видим браслетик, вот такой вот, очень красивый, опять же. И что мы с вами видим? Искусственный жемчуг оттенка графит с родиевым покрытием, опять же. Ну, будем смотреть, конечно, очень красиво, очень так, в общем-то, мощно выглядит, очень красиво, конечно. На вкус и цвет, то есть по цветовой гамме, конечно, здесь бижутерия просто одерживает победу, потому что здесь есть и разных оттенков, и разных форм, разного дизайна, разного вообще, в принципе, по стилю даже разные. Очень мне понравился вот этот браслет. Он выполнен из, ну понятно, что родиевое покрытие и дымчатый топаз глубокого коньячного оттенка. Очень, конечно, красиво. Вот это мне нравится, такого формата, такого стиля. Очень интересно. Тигровый глаз также предлагается, смотрите, интересные варианты. А здесь мне очень понравился, кстати, здесь есть брошь удача, это лягушка, и очень мне понравилась брошь интуиция в виде вот такой вот жар-птицы с лазуритом, очень красиво, и сережки тоже в этой коллекции присутствуют. Ну, здесь у нас, конечно, небольшая информация о том, как все это производится, начиная от самого, да, природного материала и заканчивая итоговым шагом и итоговой продукцией. И здесь у нас с вами краткая информация по артикулам, по составу и по стоимости товара. Также здесь присутствует размерный ряд колец, где вы можете посмотреть варианты застежек на серьгах и посмотреть, как выглядит это все в красивой упаковке. Я считаю, что данная коллекция ювелирной бижутерии очень актуальна, особенно к новогодним праздникам, к следующему 8 марта 2019 года, ну и на день, и, соответственно, на дни рождения тоже. Ну что ж, это был весь мой заказ из компании Oriflame. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока.